Всем привет, мои дорогие котята, с вами Мурка, дикая кошка, мы в программе Paint to Sai. И сегодня я бы хотела показать, как я могу от руки нарисовать одного из своих любимых персонажей в сериале, в мультфильме «Вакфу». Французский мультик, очень интересный, кому интересно, посмотрите. А рисовать я буду одну из своих любимейших героинь, которая части напоминает чем-то меня. И я надеюсь, у меня получится. Рисовать я буду на граф-планшете XP Pen. В принципе, давайте начинать. Должен быть с тобой. И далеко не ангел я, но мне нужна твоя любовь. Я знаю, ты такой, но мечтаю быть рядом с тобой. Тебе ли не знать, что делать? В общем, вот такая вот героиня у меня получилась. Кто знает ее, напишите мне об этом в комментариях. Ну, а кто не узнал, собственно говоря, спросите меня, кто это, и я вам скажу. Ее зовут Евангелина Кра. Или Евангелин Кра. Очень красивая лучница. Мне безумно она нравится. И кое-что с ней даже связано из моей жизни. Вот, да, немножко кривовато, но зато от руки. В общем, всем спасибо за просмотр, ставим лайки, пишем комментарии. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.